Всем привет-привет! Вы на канале Вот ГСН, и ко мне прилетел подарок. Вот юзер 42 прислал мне, пока не знаю что. Ничего не открывал, и мы с ним ни о чем не договаривались. У меня есть предположение по поводу того, что там может быть внутри. Там, скорее всего, одно из двух. Либо, ребят, там будет набор победителя, но здесь просто подниму себе свои копилки и буду безумно ему благодарен. Либо, чего я очень сильно боюсь, там коллекция контейнеров. Ну, боюсь, потому что мне из них нифига никогда не выпадает, и каждый раз у меня адреналин просто-таки из ушей начинает течь реками. Ну что, открываем подарок, смотрим, что внутри, ну и в любом случае я уже безумно рад за приятное ощущение. Офигеть можно! Да! Блин, да! Да! Все! Вот юзер 42, я тебе безумно благодарен, я сейчас, ребят, объясню почему. Дело в том, что я очень сильно хотел себе в коллекцию Кехо. Этой машины у меня в коллекции нет. Забираем, я обязательно делаю обзор на данную машину. Почему я рад тому, что я смогу сделать обзор на данную машинку, вы узнаете уже в ближайшем видео, которое появится на канале в ближайшее время. Если вы не хотите пропустить, подписывайтесь на канал, нажимайте на колокольчик. И если вдруг вы постоянный зритель канала и путаетесь по поводу того, что вы уже смотрели из того, что я выкладывал, а что пропустили, ребят, по ссылочке в описании заходите на мой Discord. На моем Дискорде есть место, где можете пообщаться с ребятами, которые ваши единомышленники, а еще есть разделчик. И в этом разделе новости канала, и там публикуется информация о выходе новых видео. Вы можете пролистать ленту, посмотреть, что вы уже видели, что пропустили. Короче говоря, на данном Дискорде, я думаю, каждый для себя найдет то, что его интересует. Ну что, друзья, до встречи тогда на обзоре Кехо. Вот юзер 42 из клана К15. Еще раз тебе огромное спасибо. Блин, как я ждал этого малыша в своей коллекции. Огромная благодарочка. Жду вас всех на обзорчике. Мира вам, друзья мои. И обязательно спокойствия. Пока-пока.